Седина в бороду с песней на сцену. Мужской квартет «Горячие сердца» села Преображеновка собирает поклонниц и дипломы конкурсов. Исполнители в солидном возрасте на несколько часов бросают домашнее хозяйство, чтобы спеть военную патриотическую или гражданскую лирическую. Зависит от настроения и заявок. Маленько это самое разрядимся. На молодежную улицу старенький дом культуры. По зову души, а нет, нечего делать. У каждого из артистов домашние дела. А худрук Петр Васильевич и вовсе из города приезжает. Но «Горячие сердца» в полном составе на каждой репетиции. Слушайте, красавицы, вас касается. Виктор Иванович 16 лет в художественной самодеятельности. Единственным мужским голосом среди женских в сельском ДК был много лет. Это позже к сцене потянулись Юрий Федоренко, Петр Жуйко. На малую родину жены переехал Виталий Иванов. Духу не хватало. Стеснялся, а потом уже... Они ходят, а я думаю, а что? Они могут, а я не могу, что ли? Артисты-самоучки. Двое в молодости играли в духовом оркестре, а Юрий Федоренко пел еще и в армейском хоре. Квартет мужской, но иногда в команду приглашают Людмилу Семеновну. Вообще, без горячих сердец в Преображеновке ни одна культурная программа не ладится. Сейчас тяжело в клуб привлекать людей. Все заняты. Они у нас палочки-выручалочки. В мини-сценках участвуют и поют, и даже вот в этом году на спортивной площади ставили елку. Квартет часто включает в состав агитбригад, выступать в районе. Концертные гастроли пока по селам, зато стали чаще выбираться на конкурсы. Недавно привезли диплом первой степени с фестиваля «Во славу Отечества». Выступаем, ездим по району, и за пределами района были. Вот к Кумертау, кстати, мы привезли диплом второй степени в прошлом году. Дипломы не главное, песня как отдушина и ностальгия. Не только для участников квартета. Повеселить народ и души свои, как говорится, ослабить, чтобы стресс какой-то снять с души. Ну, очень хлопают. Все довольные, про все довольные. За концерты ни копейки. Квартет вообще не ворчит, может, потому что мужской, и мужество ничуть не теряется, даже при исполнении самой мягкой, лиричной песни. А я люблю деревню, да что не знаю сам, давно мы с ней все делим пополам. Анна Пугачева, Игорь Яковлев, Стерлитамак, служба новостей.